Непонятно. Мы с товарищами обсуждали. Лично я вот не против, чтобы они наслаждались и в желании получать, еще были при этом направлены на Творца, на отдачу, на объединение. А вот судя из этих отрывков, получается, что Творец как бы не очень хочет, чтобы я наслаждался в желании получать, а был только направлен на Него. Почему так, такое различие? Мы не исправлены, то есть в исправленном состоянии мы также будем наслаждаться, чтобы товарищи не получали в желании получать? Вадай, гамбурекаха гаматаха. Конечно, и Творец так, и ты так. Потому что наслаждаться внутри получающих келим, то есть ради получения, это противоположно Творцу, и ты этим отрезаешь себя от жизни, и ты живешь только в этом мире, который является иллюзией. Нам только кажется, мы были как во сне, когда мы находимся в чем-то, что является туманом, сном. Тогда как если ты делаешь действия ради отдачи, ты выходишь из рамок этого мира в духовное, в мир, который всецело вечный, совершенный, и ты находишься уже в истине, в истинном состоянии. Тогда как здесь сейчас ты, как во сне, когда ты видишь жизнь и крутишься, и все, но это сон, это сон. Так тебе излучают твою жизнь, показывают на экране.